Уже пару недель игроки в GTA Online массово получают приглашения в игру от аккаунтов, которых у них даже нет в друзьях. Что это такое? Мы не знаем, что это такое. Если бы мы знали, что это такое, мы не знаем, что это такое. Действительно, никакой информации по этому поводу нет. Скорее всего, это очередная дыра в рокстаровской безопасности. На этот раз в безопасности Social Club. Кто-то получил доступ к базе данных пользователей и спамит этими приглашениями. Приглашения рассылаются с совершенно левых имен, используются как имена админов, так и имена каких-то Twitch-аккаунтов и прочее. Не обращайте на это внимания. Если принять приглашение, говорят, ничего не произойдет, сессия просто пустая и не создается. Ну и понятно, что лучше их не принимать, потому что ни к чему хорошему это не приведет, но может привести к чему-то плохому. Rockstar молчит, как будто ничего не происходит, хотя 2 недели уже этот спам идет. Если вы не понимаете, что с этим делать, просто ничего не делайте, игнорьте.